Молодец. Чистые сердца, дом культуры Краснолесья. Что-то солнышка не хватает. Надо бы позвать нам его. Утренняя здравница. Солнышко! Солнышко!
здесь! Да здравствует Масленица! Провожаем! Thank you.
меня дочку свою Ульяну, приглянулась она мне. Что скажешь, доченька? А то и скажу, мам. Что я не против, люб мне Иван-Царевич, ой, как люб. Ну что ж, значит, судьба такая. Благословляю вас, дети мои, Ульяна да Иван. Накопившиеся за год, попросить прощения друг у друга, конечно, и простить друг друга. Давайте прости. Все вместе сейчас попросим друг у друга прощения. Витя, прости, пожалуйста, прости, прости, Витя. А как говорили наши предки, масленица обманщица, до поста довела, сама удрала. Гори, гори ясно, чтобы не Thank you.
Спасибо.
чело падає. Масленица. Это масленица. Там пока горячие, берите те. Ой, потом мы положим эти. И... Так а эти теплые, они были завернуты хорошо. Да? Да, ну, их можно пробовать. Виктор Михайлович. Нарисованной картине не хватает полотна на губах.
Виктор Миколаевич, работает, камера работает, самого мы все. Спасибо, красивого. Вопросы будут сложные. А приглашаются истинные знатоки Крыма на сцену. Тема, покиньте тему. Тема Крым. Если что, мы не считаем. Кто лучше всех знает Крым? Еще. Еще два человека. Мы отсюда выиграем. За вас мы выиграем. А мы отсюда. Давай, к нам. Заходи. Очень хороший приз. Журнал в подарок достанется тому, кто ответит на все вопросы. Заходи. Готовы. Итак, игрок номер один. Имя этого древнего народа дало название нашему полуострову. До сих пор его именем названо издательство, ансамбль, автомобиль и даже футбольная команда. Отвечает игрок. Значит, вы использовали помощь зала. Один балл. Да. Так, следующий вопрос. Давайте по очереди. Какой город омывается сразу двумя морями? Севастополь, Армянск, Керчь. Давайте по-честному. Всех желающих приглашали, да. Вам. Самое крупное млекопитающее Крыма. Дикий кабан, лисица, благородная олень. Олень на Крымском полуострове. Тарханкутский, Пиренейский, Керченский. Молодцы! Ну что, я вижу, вы все знатоки Крыма. Ну что, еще по вопросу, и дадим призы. По вопросу. Давайте проверим, что это истинные знатоки Крыма. Итак, вопрос молодому человеку. В каком крымском аквариуме в 2010 году вылупилось сразу 77 крокодильчиков? Севастопольский, Алуштинский. Евпаторийский. Севастополь. Ответ неверен. Кто знает? Мы будем учитывать самых активных игроков. Отлично.
Я понимаю, но я однообразное движение. Поехали, ребята!